Вітаю в новому році, любі друзі! Щастя та вдачі всім нам! З вами програма «Про головне» і ми, як завжди, підводимо підсумки минулого тижня та будуємо плани на майбутнє. Отже, сьогодні в програмі ви побачите. Дивіться в програмі «Про головне». Чим закінчиться переговорний процес між США та Росією? І яка доля чекає на Україну? Скільки завтра буде коштувати долар і яку роль в міжнародних перемовах грає ціна на газ, роз'яснені експерти? Кому і навіщо потрібна бустерна доза вакцинації від коронавірусу? Як робити щеплення дітям? І чому ж там омікрон вселяє в імунологів оптимізм? Ворожіння на святки. Як народні традиції допомагають дізнатись про власне майбутнє? Скоро одеській публіці презентують нову міську скульптуру – пам'ятник Паніковському, герою роману Ільфа і Петрова, розповідає скульптор Ігор Івченко. Святкові дні проминули дуже весело і швидко, але поки ми з вами розважалися та поїдали олів'є, в світі відбувалися дуже важливі події. Можна навіть сказати тектонічні. Я зараз говорю про перемову між Росією, США та НАТО та ультиматум гарантій безпеки, який Росія висунула своїм опонентам. Останні політичні зміни такого рівня були в історії, років 30 тому, коли розпався СРСР. І це кардинально змінило весь світовий розклад сил. На думку деяких аналітиків, щось подібне відбувається і зараз. Тільки гравців побільшили і знаходяться вони в інших позиціях. Ситуація може закінчитися чи великою бійкою, чи якщо всі сторони, включаючи Україну, знайдуть таки в собі сили дійти порозуміння, в історії людства почнеться нова політична епоха. Ось що з цього приводу написав надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський. Ліберальний світовий порядок, який базувався на приватній власності та ринкових законах, захисті політичних, громадянських прав та прав людини, верховенстві принципів демократії, рівності та міжнародного права, перебуває в надзвичайно гострій кризі. Звісно ж, у нинішній ситуації військове рішення загрожує глобальною катастрофою, і шлях переговорів найоптимальніший. Однак на питання про предмет переговорів та позиції, які відстоюватимуть сторони, можуть бути різні відповіді. Захід міг висунути свої ультиматуми Росії і в 2008-го, і 2014-го, але не зробив цього. Змарнована ініціатива дорого коштує учасникам гри всього через кілька наступних ходів. Так, все це геополітика, на яку ми з вами аж ніяк не впливаємо. А ось вона на нас навпаки впливає кожного дня. Взяти хоча б ціни на газ. Як зазначили в Українському союзі промисловців та підприємців, в країні інфляція у промисловості побила історичний рекорд та досягла 57%. І колосальний розрив із споживчою інфляцією в 11% стане однією з причин затяжної кризи на внутрішньому ринку, говорять фахівці. Мінімум 50% виробництв отримують збитки, а це неодмінно призведе, вже призвело к зростанню цін на продукти і не тільки. Життя дорожче на очах. Навіть в українському уряді на це звернули увагу. Кабінет міністрів ввів граничний рівень торговельної надбавки на деякі продукти, зокрема… Цукор, пісок, борошно пшеничне вищого гатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, олія соняшникова, яйця курячі категорії С1, птиця тушка куряча, масло вершкове жирністю 72,5%. Також Кабмін ввів граничний рівень торговельної надбавки на хліб та батон. До кінця карантину магазини та інші роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку на них вище 10%. Про всі ці події та новації ми сьогодні поговоримо в нашій студії з професором економіки Сергієм Якубовським. Кажіть, будь ласка, щодо економіки, як саме вплине ось ці перемови між Росією та Штатами на Україну, на українську економіку та на нас з вами, споживачів? Добрий день. Знаєте, все залежить від того, яким результатом
пришли переговорщики, потому что вот та внешняя сторона переговоров, что Россия в очередной раз заявила, что она против расширения НАТО, а США и НАТО заявили, что у России нет такого права, это все фасад. А по сути речь шла о том, как Соединенные Штаты повлияют на Украину в случае возможного обострения ситуации на Донбассе. Потому что... Что вы имеете на увазі? Якщо буде війна на Донбасі, якщо, то що будуть робити Штати? Ну, от давайте от посмотрим на главную проблему, которая сейчас стоит перед Украиной. Главная проблема, от нее уже все другое исходит, это запасы газа. Так. Мы заходили в прошлую зиму с рекордными запасами, 28 миллиардов кубов метров газа. Эту зиму мы начинали, имея 18 миллиардов, на 10 миллиардов меньше. Но 18 – это нормально, то есть нам хватит до конца марта точно. Угу. Сейчас где-то 11 миллиардов осталось запас, то есть было 28, сейчас 11. По моим расчетам, на начало апреля это будет около 3 миллиардов кубометров. Это критический уровень в газовых хранилищах Украины. Але опалювальний сезон же будет. Да, да. Нам, опять же таки, сейчас можно не волноваться. Есть люфт часу. Да, время есть. Это первое. И поэтому нам нужно будет закупить, Украине нужно будет закупить ну, минимум 12-13 миллиардов кубометров газа. Да. Где самое мы будем покупать? Да, да, тут два вопроса. Первый вопрос – это цена, потому что, к сожалению, цена на газ, если осматривать некоторые месяцы, то на 400% выросла за год, некоторые 300. То есть сейчас 1000-1200 долларов на спотовом рынке в Европе стоит газ. Угу. Он стоил 300-400 год назад. Понимаете? То есть, тобто первое, це цена. Тобто це світова проблема, тобто це не само, не суто українська. Да, вот ну, цена – это мировая проблема, да. Я с вами согласен. Вопрос, даже если Украина купит этот газ, то 1000 долларов за 1000 кубометров, 13-14 миллиардов – это 14 миллиардов долларов. Скажите, пожалуйста, при относительно стабильном платежном балансе сейчас, при запасах в 30 миллиардов Национального банка, потратить половину только на газ, плюс цена на уголь очень сильно выросла на мировых рынках, и его дефицит наблюдается. То есть минимум 100% рост стоимости угля. То есть нам нужно будет еще потратить пару миллиардов долларов на уголь. То есть где взять 15 миллиардов долларов? Можно, конечно, половину резервов Национального банка потратить только на уголь и на газ, но я думаю, что валютный рынок очень сильно на это отреагирует, поэтому мы сейчас видим тенденции, пока медленная девальвация гривни, но я думаю, что эта тенденция вона может усилиться. Мне кажется, что она дуже швидко якось останній час почала розкручуватись. Кажіть, будь ласка, вже були прогнози, що через декілька місяців долар може коштувати 60 гривень. Ну, он не может стоить столько, если ситуация будет стабильны. Теперь второй вопрос по поводу газа. Где этот газ взять? Пока у Украины проблемы есть, но они небольшие. Почему? Потому что по-прежнему есть возможность реверсного получения газа из стран Центрально-Восточной Европы. Угу. Да, самая выгодная была возможность получать по виртуальному реверсу из Венгрии. И Украина успешно с 2015 года вот, закупала в Венгрии газ, на самом деле, даже туда не поставляя, оставляя его в Украине, но с 1 октября 2021 года Венгрия отказалась от транзита газа через территорию Украины, поэтому вот сверхприбыльный реверс из Венгрии, он уже закончился. Но еще осталась Словакия, и если Россия не ведет Северный поток 2 к следующему отопительному сезону, у нас эта возможность останется. Якщо не, если поток не будет... Да, если Северный поток не будет введен. Он уже заполнен газом, но пока вот есть там 3-4 месяца, пока вначале Германия, потом... А если его ведут? Ну, если его ведут, то я думаю, что транзит газа сократится. При этом Россия готова платить за транзит газа через Украину, которого не будет. То есть России важны не деньги, а то, чтобы... То есть есть договор, да, по которому 40 миллиардов кубометров газа Россия должна транзитом пропускать через Украину. Если она его нарушает, она должна платить за 40 миллиардов. То есть, условно говоря, 10 миллиардов пошло, а за 30 нужно все равно заплатить.
И Россия готова на это пойти, лишь бы только у Украины не было газа, который она может оставлять себе. И вот в чем проблема. Тобто россияне готовы нам сплачивать гроши ни за что? Да, тобто, да. Тільки да. за те, що чтобы у нас не оставалось... «Північний поток-2» буде да, 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 чтобы, да, чтобы «Северный поток-2» заработал, чтобы страны Центральной и Восточной Европы были вынуждены у России покупать только столько газа, сколько mm-hmm. нужно им, и чтобы вот эти 12-15 миллиардов кубометров газа Украина не могла найти. А если бы и находила, то это было бы... То есть, скорее всего, будет... Тобто нам дают гроши, але мы не можем купить паливо. Да, то есть, ага. Скорее всего, это будет такая схема. Северный поток-2 идет в Германию, а потом мы реально будем в Германии закупать газ и обратно его транспортировать в Украину. То есть, это будет даже не $1000, а $1200, $1300 и так далее. То есть, это даже не 15 миллиардов долларов в целом ага. за год. То есть, а если Північний поток запустят, то Россия будет контролювати країни Європи, і вони будуть диктувати, тобто продавати Україні газ чи не продавати. Ні, вони це не можуть робити, вони просто будуть ограничувати поставки газу, і я не думаю, що наші партнери Центрального Восточного будуть оставатися без газу ради того, щоб оставити Україну. Тобто це маловероятно. Так, Сергій Олексійович, вот така перспектива не дуже приємна. Да, тобто ми можемо залишитися без газу, без палива, без тепла і без працюючих підприємств наступного року, якщо буде відбуватися саме так, як ви говорите, да. якщо запрацює Північний да. поток-2, якщо не домовляться про щось в Брюсселі та да. інших. Єдина можливість сорвати ці плани – це наложити запрет на сертифікацію Северного потока-2. К сожалению, Соединенные Штаты при нынешнем президенте Байдене, они пошли на уступки Европейскому Союзу и сняли запрет на данный поток и отказались вводить санкции против оператора Северного потока-2. Но есть условия. Если вдруг обостряется военная обстановка в Украине, если начинается агрессия России, то тогда Соединенные Штаты уже договорились с Европейским Союзом, сертификация приостанавливается, газ российский идет через Украину, Северного потока 2 нет. Поэтому... Так, Сергей Алексеевич, да. тобто нам выгодно, чтобы в нас была война? Нам с вами не выгодно, потому что жизнь каждого украинца стоит больше, чем миллиард кубометров газа. Но, вот знаете, вот есть такая геополитика. Угу. Вот когда-то Соединенным Штатам была выгодна война с Ираком. Ну, да. была она да. выгодна. Если бы она была невыгодна... Это так была паливная война. Да, да, это прекрасно. Поэтому вот Соединенным Штатам очень выгодна война сейчас между Россией и Украины, потому что речь идет не только о том, что Украина оставит у себя газ, но и самое главное, что если предложение газа в Европе будет меньше, то цена будет такая высокая, а американцы являются экспортерами жиженного газа. Так, и поэтому про это никто не говорит официально, но реально, да, когда американская экономика получает 2-3 цены за экспортируемый газ, население довольно, ну и Байден тоже, в общем-то. Да, шукай, кому выгодно. Да, да, да. Зрозуміло. Ну, окей. Тобто це геополітика. Давайте перейдемо саме до споживчих цін, тому що я розумію, що це перспективи. Так, найближчі перспективи, але все ж таки. Зараз ми, заходячи до крамниць, бачимо, що зростають, ну, суттєво зростають ціни на молочні товари, там, навіть Кабмін став їх регулювати. Ну, обіщає це. Да, да, да. Що буде з цінами далі і чи зможе Кабмін якось стримати ось той рост цен? Знаєте, у нас зараз не той кабінет міністрів, який би мог приймати якісь самостійні рішення. От є декларація. Кстати, также есть декларация из администрации президента о том, что будут продовольственные карточки. Наверное, так, вы слышали, да? Так, это взагалі такая... так налекало дуже, знаете, продовольчі картки. Да, вот это советник заявил президента, но потом перестали этот вопрос раскручивать, потому что, ну, действительно, какая-то такая была неоднозначная реакция. Хоть на самом деле это был такой популистский ход, что вот смотрите, мы будем поддерживать бедных, мы напрямую им будем давать деньги, вот как тысяча Зеленского на вакцинацию, так и будут вот пенсионеры получат вот 1000 лично якобы от президента, на самом деле это, конечно, будет из бюджета,
и они смогут на эти деньги купить продовольственные товары. Но эта схема вызвала, вот как вы абсолютно правы, такое неоднозначная реакция в обществе была, и поэтому сейчас это приостановили. Хотя на самом деле идея прекрасная. Вот в Америке это работает. То есть то, что было в 50-е годы в Советском Союзе, сейчас в Америке работает. И это правильно. То есть система карток, система субсидий. Да, да, да. Причем адресная. Думаю, краще, щоб в нас були, у наших пенсіонерів були власні гроші, за які вони можуть купити себе все, що бажають. В ближайшее время я боюсь, что ситуация будет только ухудшаться. Тобто ціни будуть зростати? Ціни будуть расти, потому что, во-первых, у нас, к сожалению, антимонопольный комитет, как мы уже не раз с вами об этом говорили, он вообще отстранился от дел. Почему? Потому что очень большие деньги сейчас тратятся со стороны государственного бюджета, и многие закупки, они вообще выведены из программы «Прозора», выведены из каких-то вообще контрольных... То есть контрольные функции государства не осуществляет. Почему? Потому что выгодно деньги давать свои. Поэтому антимонопольный комитет, он в принципе или должен как-то мешать вот этому свободному распределению сотен миллиардов гривен, а это же, понимаете, какие деньги. Либо он должен делать вид, что он есть, но все хорошо. И поэтому этим воспользовались мелкие производители, и на всех рынках начался рост цен. Есть, конечно, аргументация действительно справедливая, что издержки выросли. Ну так, особенно цена вот на газ. Цена на газ, да? Из-за кого мы почали. Так, дальше. Цена на газ. На мой взгляд, совершенно неправильное было решение, принятое еще год назад, о регулировании цен на газ. Что у нас получается? У нас население вроде бы как формально не пострадало, потому что цена на газ для населения не поменялась. Пока еще, да. Но при этом промышленные предприятия, они получают газ по 30-35 гривен. Да? Население за 9, кто-то по 30. Опять же, таки я уверен, что там, конечно, страшнейшие идут нарушения, потому что списывают на пенсионеров, которые газ по 9 гривен сжигают, а продают не по 30 кому-то, а по 20 и так далее. И вот есть уже там наблюдение, что некоторые компании как-то так подстраиваются. Ну, какие-то схемы. Да. Но действительно, средний бизнес, он получает газ по 30 гривен. И это очень дорого. Это в 3 раза выше, чем год назад. И поэтому издержки выросли, и тут есть основания поднимать цены. Не уверен, что так сильно, как это происходит, но основания есть. Вот чему зростає и продолжает зростати цена на гречку? Ось мені не зрозуміло. Це такий продукт, майже стратегічний для України. Вона якось з газом, не дуже сильно пов'язана. Конечно, нет прямой связи. Но опять-таки она как-то перерабатывается, это же не просто с поля, да. Но понимаете, когда растут цены и есть какое-то общее обоснование, то все производители, подождите, вот на сыр выросла цена там на 20-30%, там... да, на 40%. А я буду продавать гречку по той же цене? Если никто не контролирует, почему бы не поднять цену? Поэтому еще один фактор, это, с одной стороны, у нас рекордный урожай в сельском хозяйстве. Так. Цены и при должны радоваться. Сечне зростают цены на хлеб. Да. Тобто мы забрали зерно, да. Борошно есть, хлеб дорожче. Так, первое. Второе. Цена на сельхозпродукцию в мире выросла в среднем 30-40%. То есть экспортеры стали продавать больше и получать больше денег. В любой другой стране... Тобто є попит на світовому ринку. Да. И начали вывозить больше продукцию. В любой другой стране правительство видит, что там дефицит на рынке зерна. Да? Ну так, олії там, наприклад. Да, или вот у нас был момент, да, там почти процентов на 40 выросло, да, подсолнечное масло. Они ограничивают экспорт. Говорят, извините, вы продаете меньше, заработаете на этом, но население для нас важнее, чем там, когда пару десятков человек получит дополнительно пару миллиардов долларов. Но так. У нас так не работает. А статистика говорит, что за минулий рік, навпаки, экспорт в Украине там уже зріс до якихось космічних масштабів. Да, більше, а у нас государство вообще не видит, что происходит на внутреннем рынке. То есть все вывозимо. Да, вывозят. Не все, но очень много вывозится. Нет защиты внутреннего рынка. Так, Сергей Олексійович, до чего нам готовиться? Скажите, будь ласка, щодо цін, щодо курсу долара, що нам робити? Бо ті перспективи, які ви нам малюєте, вони такі дуже небезпечні. Для мене самое важное, щоб в феврале не було війни. Президент ее, к сожалению, анонсировал в ноябре.
Что потом поданонсировал государственный переворот, который, слава богу, не произошел. Даже попытки не было, уже хорошо. Мы же не реагуем на да, 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 это хорошо, потому что нам не нужны перевороты, нам не нужны потрясения, ну а тем более нам не нужна война. Я надеюсь, что вот март-апрель наступит спокойный, и тогда надо будет что-то решать. Нельзя выбрасывать деньги, как там выбрасывали на это великое строительство, потому что нам нужно защитить энергетическую сферу. Сергей Алексеевич, вы розповідаєте, що робити країні, що робити міністрам на рівні міністрів, що робити людям, що нам з вами робити. Чим запасатися, якщо є гроші, якщо їх немає, куди їх? Ну, я би посоветував, якщо є гривня, то все-таки на всякий случай там процентів 70 цієї гривні перевести в іноземну валюту. Що я не думаю, що долар в Україні буде 50 на 50. 50 на 50, тому що тут складно спрогнозувати. Зимові канікули добігли кінця, одеські діти повернулися за парти, однак вихід дітей на навчання співпав з активним зростанням кількості захворювань на ковід в Україні. І не тільки у нас. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що за перший тиждень 2022 року у світі було зафіксовано рекордні 9,5 мільйона випадків на COVID-19. На цьому тижні в Одесі був зафіксований перший випадок захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон». Його до Одеси привіз громадянин України, який повернувся з-за кордону. 31 декабря 2021 года в Департамент здравоохранения Одесского городского совета поступила информация из областного лабораторного центра о том, что на территории города выявлено заболевание коронавирусной хворобой, вызванное штаммом «Омикрон». Это гражданин Украины, который прибыл из-за границы. Он в семье еще двое детей, то есть, у которых тоже выявлено заболевание коронавирусной хворобой. Стан пацієнта задовільний, повідомила чиновниця. Захворілого було вакциновано. У зв'язку з цим одеситам, у тому числі щепленим, знову нагадують про необхідність дотримуватись заходів безпеки. Не ослаблять своего внимания к инфекционному контролю, пользоваться средствами защиты, масками при посещении мест массового скопления людей. И помнить, что у нас уже на территории города циркулирует не только дельта, но и омикрон, который более заразный, и нужно защищать себя. Поки в Україні лише чекають нової хвилі захворювання, на Кіпрі вже виявили черговий штам коронавірусу. Він поєднує риси варіантів дельта та омікрон та отримав неофіційну назву «Дельта-крон». З початком нового року в Україні почали робити так звану бустерну дозу вакцини від ковіду. А також слід за Європою збираються скоротити термін дії зелених паспортів вакцинації з 365 до 270 днів. Поговорити про все це ми запросили головного санітарного лікаря Одеської області Віталія Гончарова. Віталій, давайте почнемо з загальної ситуації по регіону. Яка саме в нас ситуація з коронавірусом після новорічних свят, після того, як діти вийшли з канікул? Чого чекати? Чи буде в нас найближчий час локдаун, чи може все добре? Что касается эпидемической ситуации на сегодняшний момент, она действительно напряженная и нестойкая. Что значит нестойкая, что значит напряженная ситуация? Мы видели, что где-то в конце декабря месяца, начало января у нас постепенно пошло снижение заболеваемости. Да. Это связано, конечно, с и детскими каникулами, это связано с тем, что несколько снижений у нас пошло по регистрации. Это связано с отдыхом, к которому пришли, это январские праздники. Но буквально неделю назад у нас мы регистрируем рост заболеваемости. За последние два дня у нас рост заболеваемости практически в два раза. Это показывает, что действительно ситуация нестабильная и ситуация идет к ухудшению. И те показатели от 100 случаев до 500 за вчерашний день показывают на то, что ситуация у нас накаляется. Тобто ми відсвяткували за святковим столом, ми зібралися родиною, ми десь там побували на Буковелі, так, проконтактували
контактували, і ну, маємо те, що маємо. Тобто все може якось усугубитись далі. Тобто що прогнозується? Мы прогнозируем, конечно, ухудшение ситуации, особенно это связано еще с циркуляцией вирусов гриппа типа А, плюс действительно вот эти контакты, которые произошли в последнее время, они тоже наложатся на ухудшение эпидситуации, и рост заболеваемости, пик мы ожидаем, это где-то конец января, начало февраля месяца, и постепенное снижение с нашей точки зрения, как с эпидемиологов, пойдет уже в начале весни місяця. Ну, в минулі роки саме на цей період приходився карантин по грипу в багатьох школах, садках, тобто, ну, багато було. А ось що саме зараз? Що буде з дітьми? Чи багато з них вакциновано? Чи багато хворіють? Бо новий штам омікрон, говорять, що саме по дітям він вдарить. Я прежде всего бы сказал, если начинать с омикрона, что у нас действительно в области уже зарегистрированы первые случаи заболеваемости омикроном. Что касается по детям, то действительно по регистрации, по статистике, омикрон больше поражает молодой возраст, когда у нас штамм коронавируса группа Дельта, это 40 было и плюс, большинство лиц заболевших, то сейчас у нас на 10 лет спустилось вниз показатели заболеваемости, и где-то примерно 30 лет, и молодое население тоже болеет этим штаммом. Я бы не рекомендовал бежать, делать сразу исследования, определять, каким вирусом, штаммом вы болеете. Прежде всего потому, что данный штамм, он действительно сейчас будет преобладать, он даже будет превалировать на штамм вируса Дельта. И он более, скажем так, он больше контагиозный, но он менее восприимчивый организмом, так как многие факторы, которые у нас на сегодняшний момент уже ложатся в основу нашей эпидситуации, ему противодействуют. Тобто він не такий не заразний, він не такий жахливий. Він заразний, так. Він не такий ужасний. Тому що симптоми заболівання, прежде всього, яких ви сказали, дійсно йому свойственні. Вони не такі тяжкі, як при інших заболіваннях. Але що стосується дитячого заболівання, що стосується інших вірусних інфекцій, грипу в тому числі, ми бачимо, що на сьогоднішній момент у нас показатели заболіваності середньостатистичні, і немає у нас пика заболеваемости, нет у нас риска эпидосложнений по гриппу. Почему? Все объяснимо. Все карантинные условия, все карантинные мероприятия, которыми мы уже привыкли с вами пользоваться, они дают положительный результат. Так, зрозуміло. Але тут виникає інше питання. Зараз в Україні почали робити так звану бустерну дозу. Тобто третю дозу щеплення, яку повинні зробити ті, хто має вже зелений сертифікат. Навіщо це потрібно? Кому це потрібно? І робити, якщо я перехворіла, треба чи ні? Я хотел бы еще добавить несколько слов по поводу детской заболеваемости в статистике общей заболеваемости. Давайте. Всего лишь, по нашим данным, 5% из общего количества населения это являются дети, которые заболели. Это уже тоже показатель, да, наверное, меньшей восприимчивости организма и больше сильного иммунной системы у детей, чем у взрослых. Что касается бустерной дозы, что касается дополнительной дозы, много сейчас идет разных разговоров по этому поводу. Дополнительная доза чаще всего делается и делается рекомендовано для кого? Для лиц с иммуносупрессией, для лиц с определенными, когда слабые у вас иммунные ответы на введение вакцин, иммунная система ослабевшего человека. Плюс с онкологическими заболеваниями есть перечень заболеваний, перечень лиц, которым рекомендована эта дополнительная доза. Что касается бустерной дозы, это доза, которая рекомендована у нас как дополнительная, как доза, которая усиливает наш иммунитет и в том числе против новых штаммов коронавируса. И рекомендована на сегодняшний момент даже детям от 12 лет. Правда, с 12 до 13 лет она делается по согласованию с родителями. По-моему, с 14 лет дети уже имеют право сами принимать решение по проведению данной вакцинации. Цікаво. Против коронавирусной инфекции, а не бустерной инфекции. Я немножко забежал вперед, извините.
Учитывая рост заболеваемости среди детей, Минздрав рекомендует проводить вакцинацию детей 12 лет вакциной Pfizer, вне зависимости от принадлежности группы в риска, при наличии всех обязательных рутинных прививок. Было такое. Сейчас уже даже эту рекомендацию отменили. То есть БЦЖ там... Да. Сейчас уже это исключение убрали. И Pfizer противопоказан только в случае выявления аллергической какой-то реакции на один из компонентов вакцины. Иммунизация детей 12-13 лет, о чем мы с вами говорили, проводится согласие родителей с 14 до 17 на основании собственного решения ребенка. Давайте повернемося щодо бустерної дози. Тобто дитині, якщо вона вакцинована вже двома, зроблена два щеплення, тобто вона повинна також зробити бустерне... Сейчас этот вопрос рассматривается. Мы лучше про бустерную дозу поговорим по поводу взрослых людей. И рекомендована она, ее проведение после проведения второй дозы, когда прошло от 6 до 9 месяцев. Тільки за період. Від 6 до 9 месяцев. Ну, можно и раньше. Если человек придет в пункт вакцинации и скажет, что прошло 4 или 5 месяцев, я хочу получить бустерную дозу, ему тоже никто не отказывает. Но есть определенные рекомендации, которые исходят от Всемирной организации здравоохранения, от Министерства здравоохранения, и определен вот такой срок возможности вакцинирования, вакцинирования бустерной дозой. Але нещодавно Bloomberg писав, що якщо робити бустерну дозу частіше, ніж 4 місяці після щеплення, то це може знизити імунітет. Але я розумію, що це пацієнту потрібно, щоб лікар казав, що не потрібно там перестраховуватися і робити Любая багато. Вакцинація должна проходити після осмотру врача. Сейчас действительно те показания, которые есть у нас по вакцинации коронавирусной инфекции в условиях эпидемии, они приближены к военным. Вот здесь мы иногда даже в пунктах массовой вакцинации, когда осуществляется вакцинация, конечно, находится доктор. Он смотрит состояние человека, который пришел на вакцину. Но рекомендовано, чтобы ваш лечащий доктор просмотрел ваш иммунный статус, чтобы просмотрел вашу историю болезни. И тогда уже рекомендовал, так как есть группы риска определенные, да, и у них специфика есть по проведению вакцинации. От коронавірусної інфекції. Тобто довіртесь професіоналам, не вирішуйте такі питання суто самостійно. Вопроси взагалі вакцинації від коронавірусної інфекції ми вивчаємо кожен день знову і знову. І вони у нас моделюють ситуацію. Зараз у нас головна задача добитися хороших показателів вакцинації пожилого населення 60+. І у нас, по нашим даним, в Україні в цілому і нашій Одеській області, саме ця вікова група, возрастная группа, да, наиболее меньше вакцинирована. И Министерством здравоохранения, областной государственной администрации нами сейчас разрабатывается возможность по... Якось мотивувати? Нет, не то, что мотивировать, а даже заезжать и подворовые, скажем так, делать вакцинацию, приезжать вакцинальной группой к каждому человеку, тот, который не может даже, например, где-то дальнее село, где-то человек уже возрастной, санитарные автобусы такие будут, санитарные бригады? Ну, это будут вакцинальные бригады, которым будут подготовлены специалисты находиться, и они будут уже даже, я так понимаю, по домам ездить и проводить эту вакцинацию. Якої саме вакцини зараз використовують для щеплення в Одеському регіоні? У нас весь спектр вакцин, який у нас ізначально є, у нас присутствує, і проблем у нас з вакциною немає. Віталій, кажіть, будь ласка, багато хто, повертаючись до бустерної дози, питає, якщо, наприклад, перші щеплення були зроблені коронаваком, а зараз бустерну дозу пропонують робити Модерною чи Файзером, чи не буде якогось конфлікту між цими ліками? Чи можна так робити? Вони трохи різної природи, якщо не помиляюсь. Є різні рекомендації, ну не то, що різні рекомендації. Давайте більше сакцентуємо якраз увагу на рекомендаціях МОЗ. І що говорить на Міністерство здравоохранення України? О тому, що найбільш перспективною, найбільш необхідною вакциною являється МРНК-вакцини. Це... Модерна – это Pfizer.
Тобто, якщо я робила перші дози коронавакам, мені нічого не буде, ну, тобто, стану здоров'я це не зашкодить, якщо я бустерну дозу зроблю Pfizer'ом, тобто, чи інше там. Ну, чи модерною, при любой ничего. Вакцинации, как я говорил, необходимо лучше посоветоваться с лечащим врачом и просмотреть все-таки статус человека и вот эти детали уже пусть порекомендуют врач. Семейный лікар. Да. Семейный лікар. Окей. Кажіть, будь ласка, нещодавно за досвідом Євросоюзу в Україні оголосили, що будуть скорочувати термін дії саме оцих зелених ковідних паспортів. Що до 270, якщо я не помиляюсь, днів, ось вони відраховувати від чого будуть? Від бустерної дози, від останнього щеплення. Вот как это будет? Но если мы считаем, то от бустерной дозы, по последним рекомендациям, по последней информации, действительно, та цифра, которую вы озвучили, это 270 дней, будет отсчитываться. А чому? Ось є якась інформація, чому скорочується? Бо не працюють вакцини? Ось, ну, що говорять в світі, якщо може є така інформація? Вернемся о том, что мы с вами говорили. Да, про військовый стан, майже військовый стан. Все это новое, так. Все это изучается. Мы приходим к выводам каждый день, получая все новую и новую информацию. И оценить, и наперед сказать на год, на два или на 10 лет, это очень тяжело. Что мы, как эпидемиологи, видим на сегодняшний момент? Даже тот же омикрон имеет свои положительные, скажем так, моменты. Мы видим, что перерождение штаммов и на сегодняшний день омикрон, он более агрессивен, более восприимчивый, но мы его уже оцениваем как сезонную вирусную инфекцию. И не исключено, что как раз мы придем к тому, что омикрон и штамм коронавирусной инфекции будет таким же сезонным заболеванием, как острые респираторные вирусные инфекции, как грипп и другие инфекции. То есть организм адаптируется до этих вирусов. И нам не потребно будет щеплення робити, чи на постоянной основе? Я думаю, что вакцинация – это неизбежная у нас ситуация, к которой мы будем каждый год возвращаться. Я бы рекомендовал вакцинироваться от сезонного гриппа в том числе. А це можна робити паралельно? Моделировать тобто, можна. Нету противопоказаний, да, наприклад, при вакцинації грипом і проти коронавірусної інфекції. Наша головна задача – регістрація заболіваємості, показателі заболіваємості. Це да, це опасно, це моделірування ситуації. Головне, щоб лечебна система, медицинська система не легла. Не легла в каком плане? Чтобы мы смогли оказать помощь тяжело больным и чтобы сократить смертность. На сегодняшний день показатели смертности по Украине у нас, по моему мнению, очень большие. Если, например, сравнить с другими странами, вот Россия у нас преобладает, Украина в том числе, по-моему, показатель у нас 1,7. Это действительно большие показатели. И опять же, умирает кто? Лица преклонного возраста. Они чаще всего не вакцинированы у нас. У них уже сопутствующие есть заболевания. И вот мы должны иммунную систему, нашу лечебную систему к этому, чтобы она была готова. Но всеми мероприятиями, в том числе и вакцинации, карантинными мероприятиями, мы подводим к тому, чтобы дать возможность каждому больному получить соответствующее лечение и не доводить людей, которые уже заболели тяжелой степенью заболевания, к летальным случаям. Ну, а між тим, святкові дні продовжуються. На цьому тижні почався так званий Старий Новий Рік. Ну, чи як звали це свято в давнину, Веселя та Маланки. А наступного тижня на нас чекає Хрещення. В давні часи, а подекуди і сьогодні, саме в ці дні дівчата та дорослі жінки ворожили. Намагалися зазирнути за завісу майбутнього. Про традиції святочних ворожінь далі в нашому сюжеті.
Здавна дівчата хотіли дізнатися, чи вийдуть вони заміж цього року, адже від цього залежала вся подальша доля. На свята влаштовували ворожіння. Ворожіння були різні, тобто ходили під хати і слухали, яке перше ім'я вони почують. Яке ім'я почують, таким буде ім'я судженого. Ще підслуховували не лише імена, а підслуховували якісь слова, пов'язані з діями. Наприклад, якщо ви послухали, хтось каже «сядь», значить, ти так і залишишся вдома і будеш сидіти. Якщо хтось каже там «іди», значить, ти підеш з дому, тобто прийдуть свати і вони тебе засватують. Щоб дізнатися докладніше, якого нареченого піднесе доля юній дівчині, використовували ворожіння на своєрідному містку, яке робили з підручних засобів. Коли лягали спати, клали біля ліжка мисочку з водою і перед тим, як закрити очі, казали: «Суджений, ряджений, прийди, через місток переведи». Могли ще класти в цю мисочку з водою гілочки, щоб вони символізували собою місток. І от якщо присниться хлопець, то саме він і буде судженим. Якщо раніше люди вірили, що ворожіння – це один з найкращих способів дізнатися про своє майбутнє, то сьогодні для багатьох це лише хороша нагода повеселитися. Зараз сучасні дівчата також ворожать. Правда, це все відбувається іншим чином. Тобто, наприклад, там пишуть на листочках різні імена хлопців, і один листочок залишається пустим, кладуть під подушку, і зранку, який ти листочок, папірець витащив, в яке ім'я буде твій суджений. Наші кореспонденти також вирішили підтримати святкові традиції та спробувати дізнатися про свою долю на наступний рік. Щоб дізнатися, що вас очікує в цьому році, необхідно взяти 7 стаканчиків, наповнених різними символічними предметами. Наприклад, монета до багатства, цукор до солодкого життя, сіль до розчарування, кільце до заміжжя, сірник до дітей, батарейка до тяжкої праці, а хліб до ситого життя. Зараз я заплющую очі, та Юля перемішує стаканчики місцями, і я обираю свій прогноз на рік. Так, можна. Побачимо, що мене очікує. І це цукор, тобто буде в мене солодке життя. Юля, твоя черга, заплющує очі. Міняємо стаканчики. Можна обирати. У Юлі буде дуже ситий рік. Не менш популярні були під час святок питання про те, чого очікувати у році, що наступив. Для наступного ворожіння наші кореспонденти вже підготували спеціальне передбачення. Щоб отримати новорічний прогноз, необхідно написати на окремих смугах паперу різні побажання та витягнути лише одне, яке стане символічним цього року. Ну що, поїхали? У мене буде крутий концерт, а в тебе? А я зустрінусь із давнім другом. Ворожіння – один із стародавніх способів отримати підказки від вищих сил. Проте не варто ставитися до цього дуже серйозно, адже багато подій у житті залежать тільки від нас самих, від наших вчинків, способу життя та ставлення до оточуючих. Дівчата намагаються у сні побачити нареченого. А ось митці, художники нерідко у снах бачать свої творіння. Так було, наприклад, у Сальвадора Далі. За розказами, він нерідко дрімав за мольбертом, тримаючи в руці ключ, пензель або ложку. Коли предмет падав, випадав, вдарявся об тарілку, що покладали заздалегідь, і художник просинався і негайно брався за роботу, поки не зник стан між сном і дійсністю. Ось такі вони, люди мистецтва. До речі, 17 січня в світі відзначають День творчості та натхнення. Тому я хочу сьогодні познайомити вас з художником, точніше скульптором, роботи якого знають в Одесі і по всьому світу. У нас в гостях Ігор Івченко. Ігорю, ми знайомі вже не перший рік, і давно хотіла спитати, цікаво, як взагалі ти став художником, як ти зрозумів, що ти скульптор? Бо я знаю, що за фахом ти не закінчував ні грековку, ні все інше. От як зрозуміти, що ти мистець? Все життя я мріяв бути інженером-конструктором.
Я авіамодельний гурток закінчував, я технікум обробки металоврізанням закінчував, я політех закінчував, робототехніку. Я завжди був, ну, відмінником, але... І в результаті зробив цю Соню на привозі. Ну, у мене було хобі. Так. От. Я начал резать из дерева, поскольку я с любым инструментом был уже на «ты», и слесарным, и столярным, и папа у меня мастер на все руки. Вот в 90-е было сложно очень с куревом, помнишь? Так, звичайно, пам'ятаю. Так, не тільки с куревом взагалі было с башкой, с продуктами. Ну, с куревом, да. А я в армии курильщиком стал, вот большим. А тут, значит, сигарет не купить толком. Я думаю, сделаю себе люлечку. Я вырезал себе люльку, ну не просто, ну думаю, ну люльку, это табак-то можно было купить. Я вырезал ее с мордой, то ли морского царя, а я уже первую не помню. Потом, я не успел ее закурить, у меня ее чуть ли не с рук кто-то знакомый выхватил, продай. Вот, а я уже тогда, уже политех заканчивал. Вот. И гроши уже, было уже семья была, уже ребенок родился, мы студенческая семья. Вот. И было очень, конечно, скрутно так это самое. А тут талант удалось монетизовать. Я трубочку раз и как с рук ее схватили. Ира говорит, ой, говорит, ну все равно делать же вторую надо, курить-то хочется. Я уже сразу зарядил партию из 5 штук. Вот, думаю, одну оставлю себе, а остальные вот, а вдруг... Раз прошло, и как-то резать получилось, там, ну, создавать объемы. А потом решил сделать что-то поинтереснее. Начал делать уже формы. Вот. И как хобби к концу диплома у меня уже случилась неплохая домашняя коллекция. Вот. Как-то я вышел на, сюда, в Гурсад, на вернисаж, тогда очень много стояло всего такого. Ну, так, тоді багато вот. Ще пропонували, продавали. И кто-то у меня, я уже не помню, что так оно тогда было достаточно на дилетантском уровне. Вот. И приобрели. Пішли перші закази. Не было, я думаю, ну раз такое дело, знаешь, как у Жванецкого как раз тоже где-то время, в то же время проскочила вот эта мысль. Писать, как и писать, надо тогда уже, когда не можешь. А меня так это дело, это хобби увлекло, что я пошел учиться. Я, естественно, учиться я всю жизнь учился, нас учили учиться. Зараз все ж таки навчатися саме за фахом скульптора. Так, я параллельно работал уже в этой сфере, уже вот это. Ну, дальше вот это вот пошло. Ну, сейчас я как бы без... Зараз без ТМСки ты уже своё жизнь. Да-да-да, я не допустим, разумеешь. В дереве я очень как бы широко известный в узких Игорь, кругах специалистов так, по, так, ми, ну, по миру. Твои да. Работы уже знают и по світу, и по багатьом странам, країнам іншим. Давай приоткриємо трохи лаштунки. Я знаю, що дуже скоро буде презентована твоя скульптура Паніковського. Так, Михайло Самуїлович, якщо не помиляюсь. Ось Паніковський, чому саме і яким він є саме твій, Михайло Семенович? Самуїлович, Михайло Самуїлович. Михайло Самуїлович, да. Вообще, это особо, как я вообще пришел к бронзе. Да, бронза достаточно сложный материал в техническом плане, то есть куча каких-то профессиональных навыков в сочетании с промышленной базой. Вот, естественно, все это изучать, поэтому у меня всегда было ближе дерево и так далее, и так далее. И вот я как-то сделал тетю Соню в дереве. Так. Вот. Маленькую. Я ее представлял как... Ну вот рыбачка Соня на пенсии, Одесса, город бабушек вообще, вся культура, на скрипку водить, на каток, еще куда-то. Вот она бабушка, главная, собственно говоря, потому что подрастающее поколение. Кто годует, да, кто висит, годует всю родину. И вот эта тетя Соня на пенсии, и я иногда, когда вот работаю с образом, мне приходят рифмованные строчки, стихами не называю, и виршами даже не назову. Ну вот это вот... Оно всплывает, иногда записываю, иногда нет. Вот про тетю Соню, там такой стишок родился, пока я ее делал. Рыбачка Соня как-то в мае, а все же,
как летят года. Кефалью море снова угощает. Промышленность загнулась, кефаль бычки появились. Ну и бычки роскошные, как всегда. Соломенная шляпка с пышной розой, кокетливо завязанный фартук. Стоит с бичками Соня у привоза и веером обмахивает мух. Ах, камни старые, у нового привоза не только вас потерли те года. А я так и скажу за всю Одессу, улыбка тети Сони молода. Новым привозом тогда еще не пахло. Это года за три, как его достроили, я про него и не слышал. Вот. Где-то она поучаствовала уже в выставках, меня стали приглашать в галереи некоторые, вот, конкурс. Я в нем поучаствовал, и она, на удивление понравилась, наряду с этим, мне предложили ее поставить. Я начал изучать, обратился к коллегам, знакомым, которые мне очень четко разложили, что, куда обратиться, чем заняться, на что обратить внимание. Тетя Соня, это была первая твоя работа? Бронзе вообще первая. Потом я много налил уже разных камерных, вот мой формат в основном кабинетного. А что до Паниковского? Когда Соня стала жить своей жизнью, поимела успех, вот, и все такое, возникла еще одна идея сделать в мясной ряд что-то это самое. И у меня родился образ Паниковского. Опять же, Паниковского не того жалкого, забитого, над которым все время издевались. Якого сыграл Бендер. Вот. Сделать... Тобто ты его бачив трохи іншим. Это не памятник Герду. Это не памятник Герду, это памятник образу, но образу вот как Соня... Якому образу? Цікаво, от як ти бачиш? Да, вот если Соня, рибачка Соня, она уже бабушка, то и Паниковский как-то уже ушел от этого. Но поскольку Одесса город такой, где все могут найти свое счастье, вот. То, естественно, Паниковский, как тот почтальон Печкин, что такой злой был, у него велосипеда не было, а у этого гуся не было. А тут счастливый Паниковский с гусем. Он поимел тоже свое счастье в Одессе. И я вот родил образ Паниковского. Он потертый мужчина, где-то аристократ духа, небрежен. Вот эти вот, как помнишь, Остап сказал, Паниковский, если вам нужно будет писать на манжетах, пишите мелом, то есть черный манжет, черный, грязный. Вот это манишка, бабочка, ну... Трохи поэтому, пошарпанный такой жизнь. Да, потертый жизнью дядечка, но не сломленный и нашедший свое счастье. А какое счастье? Бендер, вы знаете, как я люблю гуся? Знаю, видели в Арбатове. Нет, вы ничего не понимаете. Я иду на него как Тореадор. Это коррида, Кармен. И вот я его создавал. Там стишок коротенький тоже родился, давай. Пока создавал. В Одессе славной, черноморской, вкусив от жизненных щедрот, бродяга старый Паниковский за гуся ода нам споет. Работа так и называется «Ода гусю». И где же ж, как не на початке, было на привозе, хотели стоять на привозе, но обломилось. А, то инший рынок. Да. Сейчас будет стоять на початке. И где же, как не на початке, крылатую мечту найти, вкусив ее в мечтах, не в прозе, домой под мышкой унести. И меня себя Тореадором, вкусив корридой терпкий плен. Это чувственная шейка, куда там пламенный Кармен? И пусть Остап сказал в насмешку, его слова звучат по-свойски, и где же ж, если не в Одессе, Гомер, Мильтон и Паниковский. И там масса говорящих деталей. Ось. Да. Во-первых, развязанный шнурок. Он идет, он небрежен, он с этим гусем, гусь как дракон на него шипит, а он так, ухмылка такая, усталая, но довольное, счастливое лицо. Трость бывшего слепого, которая уже превратилась в элегантный стек. В карманчике смятый платочек. И ложечка на цепочке для кушать кефир. Звідки всі ось ці деталі? От звідки вони взялися? Ти їх сам надумав? Чи тобі хтось підказав? Сам. Про ложечку, это вот із цього, що він кушав Шурой Белгадовым кефир кушал. Вот, там, Шура, купите кефир. Да. Герд, конечно, выдающийся человек. Вот, но не хотелось просто делать портрет, потому что Герда уже есть на прорезной в Киеве. Зовсім інший Паниковский, потому я и питаю. Ну, от Герда я плясал по вот этому темпераменту, по вот этим бзикам, вот этим нервам, вот этим маленький, надменный, нос задрал. Он выше всего этого.
Окей, кажи мені, будь ласка, от мені здається все ж таки, що в тебе є, ну скажімо так, домашні не тільки глядачі, а і ще дуже суворі судді твоїх робіт. І одночасно музи твоїх робіт. От як сімейні, як дружина реагувала? Чи підказує тобі вона, чи може хтось з родини? Безумовно. Що робити? Ось таке кожне утро, кожне утро я обычно з такою тихою роботою, коли не треба шуміти, стучати. Угу. Ти ж на балконі работаю, даже, работаю на ночью. Кожне утро вони приходять і смотрять, що ж я зробив за ніч. Я іноді там з'юсь, да. І що казали? Подобалося чи ні, чи буває таке, що жена мене не щадить. Угу. От, я к ней прислушиваюсь, если и спорю, ругаюсь. От, ну муза есть муза, да. Это мало того, я когда ездил в командировку два раза там на предприятие, где его отливали, там нужно было работать с восковками, то есть доводить, дочищать и так далее. Вот. Я каждый раз отчитывался ей по видео, сейчас, слава богу, есть это самое. Что-то у него здесь вот с глазом не то. Я говорю, ты думаешь, да. Вот. Скажи мне, будь ласка, інше. Ось в тебе дуже багато жіночих скульптур, де в тебе є і наяди, і богині, і все ж таки інше. Ось мені цікаво, а якщо твоя, ну, скажімо, скульптура не схожа на жінку, на Іру, там не схожа ні на кого з доньок, не ревнують? Компиляція. Когда-то давно. Вот, один мой товарищ, тоже киевский, очень много работает с натурой. Uh-huh. Вот он берет прямо натурщицу и все. Я говорю, Йося, как у тебя жена относится к этому? Ну, это же работа. Я говорю, Ира, мне срочно нужна натурщица, иначе умру как художник. Она говорит, умирай. Поэтому у меня есть... Без вариантов. Значит, Соню делал, ставил тещу, ставил Иру. Естественно, просто вот какие-то моменты вот своих можно покрутить, повертеть. Угу. Вот. Естественно, они там нет там какого-то похожести, но вот ну, эта да. вот помощь. Сейчас у меня дочка младшая подросла, юных я ее высаживаю. Вот, ставлю руки там чего-то еще смотреть, ну папа, ну отпусти меня, не надо сидеть. Иру ставлю, и в общем как-то так вот. Естественно, образ компиляция. Ну, где-то что-то подглядываю. Ну и на останнє, бо в нас обмежен час в ефірі, кажи, будь ласка, ну ось є якась робота, яку ти більш за все полюбляєш зі своїх, і можливо, про яку роботу ти мрієш? Ну, саме про який образ до тебе приходить у снах, там, чи як? Що ти хочеш зробити? Як правило, і от це щастя роботи художника, от цю роботу, яку ти робиш здесь і зараз, вона саме улюблена. Ти в ній, ти це, ти в ній страдаєш, ти в ній радість получаєш, ти сумніваєшся. І от цей момент, він самий кайфезний. І єдине, от ця от мечта, щоб от цей от кайф, от цей от, він продовжився як можна дольше. Вот. Не, чтобы не было профессионального выгорания, uh-huh. вот, где-то какой-то скуки, вот, потому что если в юности это каждая работа была такая, то с, как сказать, с часом, с веком неплохим профессионализмом вот это ощущение вот этого восторга, страданий и переживаний, оно притупляется. Ты берешь уже некоторые вещи просто на профессиональном каком-то навыке, uh-huh. уровне. Вот. Это неплохо, это нужно, без этого нельзя. Но вот этот вот незамутненный восторг, он еще случается. И дай Бог, чтобы он был. Ну що ж, я можу тільки побажати тобі, щоб це саме наткнення та восторг, як ти говориш, щоб він нікуди не дівся, і інші скульптури були тільки кращі і радували не тільки родину, але й всіх одеситів, і не тільки одеситів. Звісно, так. Я хочу запросити на майбутнє відкриття саме скульптури Паніковського. Городської скульптури. Угу. В жанре городской скульптуры Паниковского, формат тети Сони, но уже не на привозе, а на рынке Початок, который окучивает огромный поселок Котовского. 200 ага. тысяч, это почти город. Ось таким був минулий тиждень, а в мене на сьогодні всі новини. Зустрінемось через тиждень. З вами була Олена Страхович. Нехай все у нас буде добре.